воспитывать детей вообще занятие бессмысленное. Не знаю, вы замечали вы или не замечали, но это бесполезно. Дочка, да, нуждается, вот смотрите, то, насколько отец любит свою дочь. Дочь любит себя, это ее самооценка на всю ее жизнь. Оно просто туда прошивается. Чем больше любви отец тебе давал, тем ты увереннее себя чувствуешь, как девочка. То, как проявлялась в социуме мама, точно такой же будешь ты. Поэтому теперь у мальчиков то, насколько мать любила своего сына, это его самооценка на всю его жизнь. Но с мальчиками еще, если она его еще опустила. Потому что она своей любовью может его задушить и убить. Да. То есть в 16 лет по-любому должна вот эта связь оборваться.